Сегодня 12-е, да? Да. А, так, тихонечку. Встала с утра. Сегодня рыночный рабочий. Я все это... Здоровье работаю. Дождей нет, земля будто камень. Поливать нет смысла. Воды-то нет у нас водопровода. А таскать это... Да и поливая, а толку-то? Вот. И что, земля... Ну, я там экономлю по капельке. Вот земля будто камень. Сорняки вчера тоже там брала. А с утра вот картошку разжаривать. Колбасу вчера купила, она какая-то как фермерская. Вот смотрите. Это не реклама, если что, я просто это не задумываюсь. Надо о том. Господи, ну какая у тебя там есть 2000. Вот. Это. А она, как его, не очень это. Курочки кошкам почистила. А колбасу сейчас пережарю. Да и сюда сейчас еще потом яичко залью. Вот. Холод собачий просто могучий. Даже у кошек шерсти вот так вот. Кидай им шкурки-то. Это. А у них шерсть вот так вот дыбом. Вот так вот у обоих дыбом шерсть. Это. Там вчера спасибо за донатик. Это 500 рублей. Купить что-нибудь к чаечку. Ой, надо сейчас чай поставить, Эмиль. Ну ты как обычно забываешь. Да. Сейчас. Я пока картошку перечистил, всю рему это включу. Великолепный век смотрю опять. Пересматриваю все серии. Уж позабыл фильм-то. Это. Это не фильм, это сериал. Сериал, да. Сейчас поставлю чай. В общем, Эмиль тут купил самсичку и как его фаршку, чтобы что-нибудь горячего приготовить. Или там, я не знаю, даже котлетик, или фрикадельчик, или суп. Или там что-нибудь такого. Вот. Это. Сейчас попозже сходит за водой, это. Кошкам корм еще возьмет. Вот. А то они это замучают, обожрут. Вот. Ой, в общем, холод очень сильный. Ну. Эмиль. Поехал весь, замерз как. Да ничего не замерз, я после теплой одеялки разомерз. Что ты все низ снимаешь? Поскакал в этой, как его, в этом, в костюмчике. Да еще и босы ходишь. Ну, у меня есть привычка. Привычка у него. Чишкать. Так вот, вот такие все, вот давай. Пилюшки. Давай. Обычный денек, в общем. Всем привет, 13 число. Я чуть припухшую, я всегда такая, да? Мягко говоря. Да. Не очень, да? Да ладно, снимай, какая есть. Да. Я не бухаю. Ну, ты болеешь, ты из-за этого опухаешь. Ну, просто... Я ничем не болею, я здорова. Единственное, что у меня малокровие да геморрой. Но это и болеешь. И то он не всегда. Он... Это болеешь все равно. Он бывает там... Дает жару. Вот. Но он же не всегда. А таблетки я пила, они только еще хуже для гемоглобина. И они не действуют со временем. Они там на чуть-чуть повышают, но они все выжигают, все внутренности. Тоже противные. От них иногда и тошнит, и вливать можно тоже. Как его? Тинюльс. Я помню, я пила тогда был. Он не очень-то усваивается, во-первых. Во-вторых, для желудка не очень полезно. Поэтому от них толку как... Все равно мне, я думаю, надо нужно что-нибудь пить. Ребята, ну, я тут раз вот попилась 3 штучки. Чего от них толку? Какие ты попила-то? Ну, как их? Витаминки. Эти... Комплевит железа.
Ты что, прикалываешься? У них там железа нет еще. Ты. Это хрень. От витаминок. Толку-то от них нет. А витаминок вот караски тошнит в основном, да. Или я опухаю не от этого. Перепиваешь. Я сегодня не пила вообще ночью воду. Вообще. И уснул, вырубился. Это. Пи. Это. Я сейчас не это. Я выросла. Я выросла из этого возраста. Эмиль, либо я сама буду снимать. Я куплю себе какую-нибудь, когда-нибудь, может, палку, чтобы нервы не трепать. Тебе не спрашивай, на видео? Смогу я. Пи. Забыл, что хотела уже сказать. Это. Припухаю иногда. Почему? Я поняла. Я вот сегодня, я специально, мне уже жажда мучает. Да страсти. Я вчера не помню, во сколько я вырубилась. Рано. Холод могучий 5 дней. Вот. Ветер передает 15, 17, вчера 20 метров передали. Вот. Дожди передают. Дождя ни капли не было. Я уже не знаю, что делать. Земля каменная. Погода холодная, серая, дождя нет. Интересно. Тучи, какая-то серость непроглядная стоит. Это. Сидни вот эти в огороде там сорняки рвала, там траву что-то такое там упахаешься вечерами, выходишь. Это. А вчера даже не смогла. Ну настолько холод, я ходим, вот, ну Эмиль вот с утра тоже вот куртку одел. А не куртка, а кофта теплую, так, она как куртка. Ходим вот так вот. Потому что, как его, вот сейчас вот 13 градусов на данный момент, при таком ветре и еще в доме ощущается, как будто, ну, плюс 5 от силы. Ну, холодно. Ощущается, что очень холодно все равно. Ну, да, я сплю под теплым одеялом, плюс укрываюсь еще сверху, такая, как курточка тоже. Ноги укрываю еще вдобавок, приукрываю. И что это, как его? Даже в огороде вчера не смогла, как его, немножко там покопаться. Какой-то, я вчера это, посадила немножечко, как его, абрикоску, как его. И что это? И какие-то еще там это, рассаживала. Вот. Я предполагал, я почему это в начале весны это. Я когда рассадила, сейчас я выключу эту дядьку пока. Южанин. Да его там не слышно что-то. Ты орешь так громко, что тебя там не слышно. Это. Снимай, снимай немножко меня. Я снимаю. Я тебя все время стоял, снимал. Не ори. Я не ору, как раз. Это. Подгорит сейчас. Подгорит сейчас. Сейчас помешаю. Я когда посадила эти 600 сажен практически. Размечталась. Разбогатею там, продам. Ну не разбогатею, но я думаю, о, ну хоть что-то мне там уродится. Слава богу, хоть на 6 тысяч продала. Ровно на 6 тысяч. Все остальное полностью не укоренилось, ничего. Все сейчас заросло травой, все это надо выдергивать, все это надо обрабатывать постепенно. Ой. Было у меня где-то ирисов 70. 50 я продала, где-то штук 20 оставила весной. Вот. И то я их по 100 рублей. И вот такими вот этими. Дешевки, как говорится. Они у меня не сортовые, не махровые, никакие там. Их дешевле. Сбавлю, потому что думаю, я прям предполагал, что с погодой будут проблемы. Вот. И то сейчас думаю, как бы все последнее не расстрадать. Еще укромников там несколько штук продала, плетистых.
розы половину пропали, а те, которые там немножечко остались, это, все засыхают, что толку-то? Все засыхает, земля, ну, будто вот просто вот камень, вот камень. Если даже ты что-то поливаешь, толк от этого? Зеро, ноль. Вот. И даже на рынок в такую погоду, вот, не очень-то, как его, хочется. Чё, вчера, как его, ну, задонатили на 500 рублей к чайку. Это ещё позавчера, спасибо большое, Людмила. Людмила ведь, правильно? Да. Или? Вот. Ну, я думаю, мы уж не будем, как там говорят это... Всё тратить. На ночь обжираться, вот. Мы ничего не стали, у нас там было что поесть, мы покушали. Я думаю, лучше с утра. Я говорю, Эмиль, ну съезди, купи самсы. Он вчера купил самсы. Вот. Ну, мы покушали. С удовольствием огромным. И фаршику. Чё? О, всё. И фаршику. Я... Да что такое-то? Сразу скажу, не один. Фокусируется на эту. Сейчас уберу немножко еще огонь, чтобы не подгорело. Пока я тут пью, по-русски говоря. Вот. Кстати, тут раз два хлеба за 17 рублей взяла. Да. Вот. Что я хотела сказать? Так. А, фарш. Вчера тоже, думаю, не будем, как говорится, обжираться. Это, как его, не антиреклама, я ничего не говорю. Но тут написано, что говяжий. Вот. Говядина. Да? А говядина-то где? Вот. Тут один жир. Тут какой-то жир. Какая говядина? Что-то не очень-то похоже. Сейчас кругом на Е... Не на Е... Не проживешь. Что-то... Я на рынке видел говяжий фарш, похож вот цветом во. Да. Практически. Он прям бурый. Врубай. Ну, врубли. А, уже врубил? Нет. Это у нас камера, телефон. Конечно. Греется. Не iPhone 13 или 14. Это, вырубился. Ну, ничего, бывает, греется, да. Какого? Вот так вот я сегодняшний вид свекольника приготовила. Готовишь. Готовлю, да. А, как его? Врубил у нас всё сначала. Налила масло. Естественно, заранее уже, как его, лук, морковка подготовила, начистила, нарезала. Положила лук резко, морковь, я кубиками, правда. Начала обжаривать, помешивать потихоньку за это время, пока потихоньку почистила свеклу, потерла, положила. Так, чтобы только ничего не подгорело, следить. Вот. Как бы огонь-то убрала потом уже, вот. И завалила этот? И как чудо бы, говяжий, да, фарш. У меня там и томилось, как бы это. Вот. И положил вот этот чудо говяжий фарш, как говорится. Картошечки. И как его, подсолил морской солью, и как его, и залила водички. И томится теперь. Все, нет, теперь не томится. Варится. Теперь я на всю врубила. Вот. Сейчас накрою крышкой, и пусть теперь варится. Вот. От чего опухаю? Ну, честно, вот как сказать, вот иногда вот там просыпаюсь, я уже что-то не придумала. Почки, слава тебе, Господи, все, все в порядке, вот, полностью. Это, наверное, от остатков. Надавливаю на эти корешочки, кажется, которые некоторые недоудаляло, как говорится. Вот. Может быть, из-за этого бывает то, что что-нибудь... А может просто, откуда я знаю, что там? Ну, может, гормоны какие-то. Что? Да нет никаких гормонов, уж давно. Они у всех есть, не износись. А сегодня вот сейчас сборщику картошку нажарю, яичко мне хорошее, 8 штучек. Это, с майонезиком. Это, поставь на паузу. Так, что я хотела сказать. Вот, у меня они разрослись, эти флоксы. Целые вот там вот куча сейчас. Они еще пока не зацвели. Ирисов у меня штук 70. Вот было, я 50 где-то продала. Штук 20 всего осталось. Вообще хотел все распродать, не успела. Уже зацвели.
Вот. А зацветших я штук 5 продала уже с цветами. Я их без цветов прям продавал по весне тоже. Вот. С цветами штук 5 я продала уже зацветших. Вот. С ними таскаться неохота. Вот несешь в Он рыбу. начинает тянуть. Да. Начинают вянуть и да, прям резко они как-то это вид теряют. Вот за что я не люблю такие вот это как его ромашку мне вот эту вот обычную вот эту вот, поливай, как говорится. Тоже пару кустиков продала по 100 рублей. А эту свою эту как ее сосну вот эту вот за 300 рублей продала какую-то сосенку вот эту. Знаешь, Сосен. что да сосенку эту. Знаешь, что потому что нету как ее водопровода полива, она все равно засохнет сейчас в такую погоду. Это нереально. Чем, как говорится, ни себе, ни людям. Люди, может быть, там будут поливать, ухаживать, все такое. Вот. Думаю, лучше я почем ни почем продам. Прям человек там прям благодарил, прям спасибо огромное. Это... Я говорю, ты не за что спасибо. Это... Ну, не дорого, типа. Я говорю, ну и ладно. Как говорится, я не люблю дорого продавать. Я люблю дешево. Чего? Флокс продала немножечко, там несколько кустиков заказывали тоже. Да вот и все. А все остальное вот теперь все вот эти вот где-то штук, либо мне 500 штук, либо вот эти вот теперь. Там у меня либо 500 штук. Вот это всю территорию мне теперь вручную, я вот постепенно сейчас начала уже. Вычищать, короче, Да, вот это мне все. все это вручную сейчас придется очищать. Я вот 4 дня я ходила, работала. Не знаю, что из чего, то ли от погоды, откуда я что понимаю. Прихожу, тоже ноги вот такие вот распухают, тоже распухают в этих ботинках. Поработаешь, поработаешь, стоишь, как говорится, рак. Это, пока уже чувствуешь все уже, ну, до последнего. Разрастается этот хмель, эта зараза такая, которая теперь уже все, его ничем и ничего, как его, вот такими, он разрастается, вот и вот его пуками, вот прям вот разрастается его это, уже не знаешь, он, этот хмель, он Солью, чем еще ты его хоть тратишь? соли будет, а у меня Солью. там Солью водички поливаешь прямо около что зуб. сирени-то на Откуда он это? торчит? Откуда вот он торчит? Эмиль, что слива? Сирень. Сирень, вот, Я это знаю, она нормально. красивая, да. Вот, немного, Да. чтобы я меньше был. Я ее просто, как его, укорачиваю, не оставляя именно то количество, которое... А остальное, потому что она тоже, как я не знаю, что. Вот. Так же и это. Ну и вот так вот. Короче, не густо. Вокруг капуста. Рассаживаю потихонечку. Ой, что там говорится. Ухожу, что там могу. Ну, в такой каменной земле. Ой, не Краснодар. Такие вот делишки. Придурок. Асы мои. Ну не кот, а козел. Вчера корм ему это покупала на 30 рублей. Эмиль покупал, вернее, за водой ходил. Сожрали за 5 секунд. Вот на еще одна. Где Ну, это оказалось еще? актриса. Это... Осталось тайной. У соседей, походу, они, наверное, раздадут кому-то, ну и слава богу. Ты говоришь, там в коробке никакие котята были. Может, там окатилось? Мало ли Да, еще. может, это Рыжинин. А может, это режим. Тогда тут собаки только если каких пожрать. Первый раз такой, кстати. Из-за кота, наверное. Раньше она катилась и здесь. А теперь, наверное, из-за кота.
Да я свеклой намазывалась, а теперь вытираюсь. Вот такой вот. Тут раз столько мяса сожрали, страсть могучая. Это он сожрал. Кстати, не могу его поймать. Эмиль, поставь на паузу. Три. Какая кашка была? Кашка молочная была с таким названием. Ты что, серьезно? Да, тебе рекламу показать? В советские времена кашка так молочная называлась? Да. Бледина? Кто хочет, может рекламу найти. Есть такая, действительно. Это иностранная блака. Можно противный. Фу, оленяй ты весь. Я его любя называю. Так, стол уже помыла, полы подмела и там, и тут, и на пороге. Слушай, у тебя сейчас не переварится, нормально? Даже около порога. Давай мешать. Что еще делать? Картошки начистила, помыла с луком. Сейчас следом картошку еще поставлю, большой сковород жарится. Говорю, у тебя это, ничего? Ты, то, что я с луком говорю, и не думаю. Говорит, нет, ничего, мне пофиг. Пошли, покажу, как получилось. Сейчас с майонезиком. Сейчас зелень сюда еще капельку щепоточек порежем. Вот такие обычные. Картошечек все вот проварилась, мягенькая. Просто она прям. Ну, это секунд. Стоит только прикоснуться, да. Полчаса и готов. Когда делаешь обжар, ну, слегка как бы. Ну, обжарочку и как бы свеклу слегка протушиваешь. Это еще один способ приготовления. Он не очень красный, конечно, цикольник, ну и ладно. Ну, почему это не красный? Он красный. Ну, а что, он какой прям должен быть? Бордово-розовый? Разный бывает, в зависимости от того, как ты... От какой, от какая свекла? А это я сейчас тут... Как его... Картошку будешь жарить, да. Сука. Рутина! Эмиль 2 дня мне помог там. Два? Не два. Ну, больше, ладно, там, постирать посуду кое-что иногда поможет мне помыть. И устает тоже от этого. Говорит, мам. Говорит, а? Нет, просто мне сковороды эти не хотелось вот эти. Ой, я говорю, иди, как его, покупай это. Губки железные, он иногда вместе... Ну, один раз вместе с тазом вылил. Ну, не с тазом, а с водой, с водой. Вот, я говорю, иди, 50 рублей две губчики маленькие. Каких 50? 50, а сколько? 30. 30? А, я думал, 50. Ты что? Я аж обалмлел. Этих не прокормишь, не знаю. Пускай сами себя кормят. Да. Мышей будет. Должны мышов ловить. Ой, в общем, вот такой вот свекольник. Давай. Здорово, Сюхать. Хайо, гзаймас. Не надо приближать, я же тебя просила. Ну, лицо-то вообще не видно, если что теперь тоже, как это такое? Курточки. Что-то все не снимается. А как же бубенчики? Там такие комментарии лестные. Сразу говорят, заметили твои бубенчики. Ты что не заметишь? Так. Это бледина? Да на тебе бледине на корм. И действительно такое было, это как его. Реклама такая, да. Да, детский питание. Да. Там, короче, такой прикол. Да, там взрослого человека в одеялку завернули, качают. Говорят, так чего ж ты хочешь? Бледину. Вот эту бледину, чтобы прокормить, задонайте на кормик. И еще одну вон бледину рыжую. Ну-ка покажи, что ты там сделал себе. Все, довольно. Слышишь? Пошли. Эмилюш, это наша уборная. Эмилюш, хватит, пошли. Да я так только размял. Посуду помыл, сковороду замочил вот вчерашний. Это нас тут угостили. А это мы купили все-таки. Сейчас этим кошарам косточки и нам, как говорится, 200 сколько? 200 рубля? 200. Во, какой у нас сегодня жирный день-то, какой у нас сегодня. Супер какой-то праздничный.
Бог не оставляет. И этих тоже, кстати, накормим. А то они сердце мне все, у меня сердце разболелось. Я говорю, ими леди ради Христа, трать последний. Это. А то... Это картошечку жарим с яичком. Просто. Просто жарим с яичком картошечку. Так, свекольничка готова, зелень нарезала. Все. Всем здоровья, чтобы сердечко не болело. И чтобы все было хорошо. Чтобы здоровье, благ, счастье.